Сегодня 4 ноября 2018 год. Время 9 часов утра. Это отель Редисон. Вот здесь уже. Это Литейный проспект. Это Невский проспект. Я же направляюсь в сторону метро Владимирская, метро Звенигородская. Погода сегодня хорошая, теплая. Сегодня воскресенье у нас, выходной день. Тут эту пятерочку воткнули. О, утро начинается не с кофе. Чайка улетает. Шагаю потихонечку. Тоже всякие проходы, выходы, заходы. Находимся сейчас на Владимирском проспекте. Дальше там, как я уже говорил, Литейный проспект, если прямо пойти, никуда не сворачивая. А слева, вот там вот в той стороне, будет Лиговский проспект. Также слева от меня площадь Восстания метро находится.
с Московской области приехали. Дикси. Остановка так и называется, площадь Владимирская. Тоже трамвайные пути. Такие вот газетные киоски здесь. Вот возле церкви стоят тут попрошайки. С самого утра морды свои прячут. Вот это станция метро Владимирская. Сегодня вроде как обещают солнечную погоду. Такая вот сама станция с улицы. Ну, памятник Достоевскому. Улица Большая Маяковская. Тут булки еще не завезли, видимо. Пустые витрины. Скоро заеду. Тут красное и белое. В Питере их мало, это в Омске на каждом углу. Я заходить туда не буду, тут то же самое по обстановке, как и в Омске. Покажу так просто иногда.
Но все равно рука мерзнет, ветерок-то прохладный. В Омске вроде тоже такой есть Великолукский мясокомбинат. Мостик.